Мы продолжаем тематику матриц, и сегодня мы рассмотрим произведение матриц. Прежде чем производить данную операцию, вы должны проверить размерность. То есть здесь получается у нас идет матрица, которая состоит из двух строк, то есть 2 и 3 столбцов. Получается порядок матрицы 2 на 3. Следующая матрица бита. Здесь получается у нее размерность 3 на 3, да, получается у нас квадратная матрица, 2 на 3 матрица, и здесь получается у нас порядок матрицы 3 на 3, да, 3 строки и 3 столбца. То есть получается мы здесь проверяем, равны ли вот эти внутренние параметры, вот 3 и 3. Значит, мы можем выполнить данную операцию, вот. Данную операцию мы можем выполнить, и вот эти внешние параметры, да, 2 и 3, они определяют у нас размерность итоговой матрицы, как вы видите. Если мы ее обозначаем, да, C, тогда размерность матрицы результата будет 2 на 3. Теперь переходим непосредственно к данной операции. Как мы все это выполняем? То есть получается у нас основное условие относительно порядка выполняется. Мы что делаем? Фиксируем вот эту первую строку и пробегаемся по всем столбцам. Первая идет у нас первая строка и первый столбец. Это как идет произведение двух векторов, да, которые мы рассматривали в предыдущей части. То есть получается по элементу умножаем, соответственно, первую строку на первый столбец. Вот видите, да, 1 минус 1, вот этот элемент. 0 умножается на 5, вот второй элемент. 2 на минус 2, вот. Мы закончили с первой строкой, да, первой строкой и с первым столбцом. Теперь мы переходим, вот эта строка остается, переходим ко второму столбцу, вот этому столбцу, и ту же первую строку мы умножаем теперь уже на второй столбец. Вот, да, поэлементно, то есть 1 умножается на 0, 0 умножается на 1, 2 умножается на 0. Вот видите, мы определили уже второй элемент, который будет находиться вот здесь. Да? Теперь у нас строка также остается, первая строка и третий столбец. Вот, третий столбец, то есть поэлементно также умножаем 1 на 1, 0 на 4, 2 на 1. Вот. В итоге у нас получается вот такая вот первая строка результирующей матрицы. Минус 5, да, вот в результате вот этого. То есть получается, смотрите, вот минус 1, да, минус 1, плюс 0, минус 1, и здесь получается минус 4. Минус 1, минус 4, это будет у нас минус 5. Вот этот элемент у нас есть. А теперь следующее 1 на 0, 0, 0 плюс 0, 0. То есть вот это у нас третий элемент. Далее у нас 1 плюс 0 плюс 2. Значит, получаем тройку, да? Вот. Теперь мы переходим ко второй строке в первой матрице, то есть в A, да? Что мы делаем? Вот фиксируем вот эту строку и пробегаемся по всем столбцам. Сперва мы рассматриваем вот этот первый столбец. Что мы делаем? Тройку умножаем на минус 1. Вот, есть, да? Единицу умножаем на 5. Вот, есть. И 0 умножаем на минус 2. Вот, у нас есть. Теперь переходим ко второму столбцу. Строка также остается, вторая строка. Вот это остается. Теперь по элементу умножаем вот эту вторую строку на второй столбец. Вот, да, получается 3 на 0. 1 на 1, 0 на 0. Вот у нас. Теперь мы переходим к третьему столбцу. Третьему столбцу. И по элементу умножаем. То есть 3 на 1, 1 на 4. Вот, да? И 0 на 1. Видите, да? Получается, в итоге мы получаем вторую строку в результирующей матрице. Вот. Вот вторая строка. Вот двойка откуда вышла? Минус 3 плюс 5. То есть 5 минус 3 это 2. Вот здесь 0. Вот двойка есть, да? А здесь 0 плюс 1, 0, 0. Значит, это будет единица. Здесь будет 3
плюс 4, 7, плюс 0, значит 7. То есть таким образом мы выполнили произведение двух матриц A на B, порядок у которых 2 на 3 и 3 на 3. В результате мы получили матрицу 2 на 3, то есть 2 строки и 3 столбца. Вот это есть у нас произведение матриц. И обязательно первое условие мы должны все время проверять, что порядок умножаемых матриц. Спасибо за внимание.